Всем привет! Небольшой обзорчик вам сделаю, что цветет в конце июня 2023 год. Мой видеодневник, город Оренбург. Такая роза красивая. Только посадила, и она первый год цветет. Такая пестрая, обалденная. Вторая розочка уже отцветает. Тут плохо видно, но у нее края оранжевые, серединка желтая. Очень красиво. Еще продолжает вон цвести кустарник наш декоративный. Он декоративный, но у него еще есть плоды. Это айва японская. Красиво цветет, продолжительно цветет. И вот там плоды. Они, правда, очень-очень кислые. Но говорят, что их можно сахаром пересыпать, как лимоны. Есть. Вот, видите? Ну, это осенью только созреют. Ну, мы не очень кислые любим. Но цветет красиво. И поэтому мы этот садик назвали японский. Все спрашивают, почему японский? Ну, потому что началось все с этой айвы. Мы ее посадили, и после этого тут рядом фонтанчик захотели, прудик захотели. Вот. Ну, как-то оно пошло только вот с этой вот все. Была на этом участке только посажена вот эта вот айва. Все. И вокруг мы стали делать вот эти вот грядки. Вот здесь тоже роза скоро зацветет. Там в комментариях писали, что в том году однолетники были красивше, чем сейчас. Ну, потому что высажено только все в начале июня было. У нас еще были заморозки в Оренбурге. Они не могут быть шикарные. Ну, то есть всего после посадки 2 недели прошло. Все будет, все разрастется. Если вы в прошлом году, ну, писали, что в прошлом году были однолетники, у вас лучше. Потому что вы обзор смотрели уже в июле, в августе. Вон, ветром все поваляло. Коврики все мои. Вот там все пропололо вдоль забора. Хосты хорошо принялись, пошли. Здесь вот арка. Взошли в юны. И вот что сделал Тимур. А вот он сделал бока у беседки. Крышу пока еще не сделал. Очень много времени ушло. А вот на эти вот решетки. Мы в интернете смотрели видео. Написано было. Перголы за 5 минут. Я вообще офигела. Сначала надо было рейки покрасить, потом все вот это вымерить, потом это все аккуратненько, чтобы ровненько было, скрепить, потом установить. Слушайте, какие 5 минут? Я вообще удивляюсь иногда блогерам. Будет вторая, симметричная еще опора, тоже под вьюны, вьюны взошли. Сегодня Тимур ее установит, и я в конце видео вам покажу. Очень красивая розочка зацвела. По-моему, это куплено в Леруа Мерлен. Первый год посажено, цветет первый год. Красивая, пестренькая. Ромашечки. Немножко жучки поели. Ромашки. Ну ничего, куст распустился. Холодно у нас сейчас очень. Даже жучки вон убежали. Кое-где сидят. Но мы опрыскивали, 2 раза грядку опрыскивали. Правда, жуки не особо боятся. С одного цветка на другой перелетают. Я уже показывала, какие в этом году у нас жуки. Ну, от розочек вроде убежали. Хоть посмотрим цветение. А вот они, жуки. Перекинулись на георгин. Георгин сорт Эвелин. Вот они где сидят. Хотя тоже обработано. Хотя, когда обрабатывали, был бутон. Сейчас цветок распустился, и они внутрь залезли. Вот заразы такие, а. Так, ну что, еще что ли морить? 3-й раз. Бедный Ричик. Ему тут толком не побегать, травку не поесть, потому что химией все обработано в этом году. Но они не боятся особо химии. Мы уже 3-е средство сейчас взяли. Посмотрим. Вот еще шикарная розочка, какая кустовая. Здесь у меня еще один розарий. Тут еще молодой розарий, помоложе. Вот такие вот розочки. 2 куста вот таких роз. Ну, случайно так попало. Покупала разные на рынке, попались одинаковые. Ну, в принципе, красивые. И в том году всего по 120 рублей их купила. Поэтому все равно, какой сорт, недорого. Но цветут красиво.
Это молодой розарий. Только в этом году я его доделала. В том году было чуть-чуть посажено, я еще досадила. Вот мой розарий. Здесь и красные, и кустовые розы. Вот какой большой куст, а какой аромат! Надо уже подвязывать, когда много распускаются вот так на одном, на одной ветке. Надо подвязывать, когда по одному прям тронешь и такой аромат. Ой, какая прелесть! Какая красота! Сейчас у нас вторая половина июня, Оренбург. И вот эта роза очень красивая. Вот эта розочка. Обалденная. Нежная такая. И вот здесь еще оранжевая. Вот это вот самая первая роза посаженная. Кустовая. Ей уже, наверное, лет 5. Так, еще одна красная. Никогда не покупаю красные розы, но они мне всегда попадаются. Ну, то есть пересортятся. Покупаешь всегда желтые. Желтые, кремовые. А попадаются и красные тоже. Так. Ну, в общем, такие вот розочки. Ну и заодно покажу вам петунии и колиусы. Вот два куста петунии, колиусы. Вот этот колиус без корня. Вот красный. Просто его посадила. И вот этот без корня. Но они принимаются. Корешки дают. Петунии очень красивый вот сорт. Ну, так контейнеры вдоль домика еще поставила. Если потом будем тут что-то делать, можно будет их отодвинуть, убрать, если успеем дорожку в этом году здесь цементировать. И от домика вот эти вот откосы тоже нужно обновлять. Еще лилии стоят все в бутонах. Лилии всегда я сажаю между розами, потому что вот сейчас розы отцветут, первая волна цветения пройдет. А затем будут цвести лилии. Потом лилии отцветут, их обрезаешь, и будет вторая волна цветения розочек. Очень удобно так вот сажать вместе лилии и розы. Ну, а здесь дальше будет грядочка с циниями и космеями. Вот они уже взошли, и цинии, и космеи. Так что все хорошо растет. Еще прополола два цветника. Настурция уже какая большая. И посмотрите, вот здесь вот возле прудика в горшке была петунья. Она пожелтела, такая страшненькая. Я уж хотела выкинуть, другую посадить. А она вон пошла. Сейчас пасмурно, дождички. Вот, и она пошла. Смотрите, какая настурция огромная. Это я семенами сажала. И вот люпины. Хоть и они такие как-то желтеют. Не знаю почему. Может быть, от дождей. Но хочет цвести. Вот, видите? Вот цветонос будет цвести. Я еще семена люпинов купила. На следующий год сама их посею, потому что это вот покупные. Я как-то сама сеяла. Очень красивый красный был люпин. Вот. Ну, листья декоративные, да, очень красивые листья. Особенно вот возле пруда, настурция, листья, да, такие, как кувшинки. И люпин шикарно смотрится. А люпин отцветет, и вот тут там дальше уже петунья в кашпо будет цвести. Ну, то есть нужно сажать цветочки, которые в разное время зацветают. Так. Ну, Тимур после вахты потом займется вот этим вот светильником. Сейчас покажу, что он сделал за эти выходные. Так, и вот клумбочка. Я уже показывала, с разными декоративными цветочками, с розами, ну и простые ромашки. Они тоже выручают. Если все повымерзнет зимой, то хотя бы эти ромашки останутся. В общем, постепенно садик преображается. По чуть-чуть мы благоустраиваем. Так, камушков мало. Тут два мешка, они по 400 рублей. А когда насыпали, их прям мало. Зато надо целую машину, чтобы все дорожки засыпать. Но мы не будем все дорожки засыпать. Вот здесь будет красивый фонарь, фонтанчик. И вот этот участочек будет с камушками. Поставим сюда стульчик, ну, как типа фотозоны. Вот, поэтому только здесь будут камушки. Так, ну что дальше? А дальше у нас виноградник, как я уже показывала. Виноград в этом году будет плодоносить.
в том году посадили, в этом году будет плодоносить. Мне нужно сегодня прополоть вот эту грядку. Тут клубника ремонтантная. Правда, видите, клубники уже не видно, заросло. Вот также были заросшие вот эти вот две грядки, которые я вчера почистила. Вот эту грядку почистила, все порыхлила. И вот эту грядку почистила, порыхлила. Вот. Ну, естественно, дорожки грязненькие, потому что шли дожди. Но это хорошо, у нас так жарко, все сохнет, пусть идут дожди. Вот. Так, вот здесь вот две стоечки, вот такие вот. Они, правда, как-то крепятся плохо, потому что не ровные вот эти палки, а наискосок идут. И очень плохо она в землю втыкается. Так, и вот зашли вьюночки. Такой был расчет, что будут виться. Вот, по вот этим вот стойкам будут виться. Так, вот это ветер мне мусорку раскидал. Вчера все сложила, но не занесла в дом. На улице стояло ведро. Все перевернула. Вон, сейчас опять буду собирать. Так, видите, как они идут наискосок? Вот. И они вообще не втыкаются в землю. Хотя сами по себе стойки очень красивые. Как бы они так это смотрятся симпатично. А, купленные где? В Стройландии, по-моему. Вот. Ну, ладно, может быть, Тимур потом как-то сделает их, выправит. Хотя тут такая сварка у них, это прям хлипенькая. Если сейчас выгибать, можно отломить. Ладно, пока еще вьюны не вьются. Здесь виноград еще посажен. Молодые кусты, еще 4 сорта винограда. А с той стороны у меня огород. Вот. Там перцы, баклажаны, томаты. Сегодня еще будем обрезать и подвязывать томаты. Там уже заросли, тоже надо их полоть, но я боюсь их сломать. Поэтому сейчас обрежем, все подвяжем. И потом буду пропалывать и между томатами рыхлить землю. То сейчас, если полезу, все переломаю их. Там они уже такие большие. Ну, все, в общем. В общем, да, я не показала вам бабку-ёшку. Еще пришла сова. Да, вон там кто-то, может, птички какие-то, смотрите. Вот там был черный укрывной материал. Сверху насыпаны камушки. Кто выдрал этот укрывной материал? Может, какие-то птички сидели, клевали. Может, это собаки копали. Может, это даже Ричард раскопал. Но не буду грешить на него, потому что я не видела. Вот, в общем, надо докупить камушки и толстый слой насыпать. Вот, здесь вот такое вот у нас. Вот. Грибочки, мухоморчики, бабка-ёшка сидит, сказочный такой вот этот садик. И вот там будет сова светящаяся, она уже пришла, белая сова, очень красивая. Так, пока ее не установили, ну ладно, потом внучка приедет, мы ее установим. Ну, а пока вот у нас вот так. О, что Тимур нашел? Алинкин. Алинкин, точно, Алина маленькая была. Как новый. А, интересно, он не слипся? Мы купили бассейн, Василисе пригодится, да, этот безрукавка. А, так представляете, это лето у нас не обещают жаркое. У нас всегда дикая жара. Мы еще бассейн не устанавливали. И в ближайшие, в июле не обещают жару выше 30. Ну, ладно, посмотрим. Кстати, бассейн хороший, крепкий, на много лет его хватит. Если не в этом году, так в следующем накупаемся. Так, Тимур легкие разрабатывает, надувает, проверяет. Кстати, вот в гараже сколько лет лежало, да? 20... Что, 20 лет лежало? Таталинки лет, наверное, 5 или 7 было, когда покупали. Василиса, смотри. Василиса переживала. А как в этом бассейне мне не глубоко будет? Смотри, Василиса, у тебя настоящий спасательный жилет. А знаешь, почему он столько лет лежал нормально? Потому что качество раньше хорошее было, смотри. Такое плотное. Сейчас лодки такие. Сейчас лодки такие делают, наверное, да. Ага. Ричи, нельзя. Ой, сейчас он лопнет мяч. Нельзя. Ты не можешь его взять. Он его хотел тебе принести. Тимур надул мячик внучке поиграть, а Ричик уже его сразу лопнул. Лопнул? Только хотели показать Василисе, что мячик есть. Да ничего, купим еще. Мальчик, ну отдай теперь мальчику уже играть. Ну, он так будет таскать его. Ну, кинь, пусть таскает. Зато теперь он его в рот взять может. Да брось его, сюда брось. Ну, что ты... Ой, это как хорошо. Ой, ты как хорошо таскать. Ой, ты давай сюда. Ты мальчику мячик теперь, ты мой сладкий. А то у тебя мало игрушек, давай. Видишь, как нести теперь удобно. Теперь он не отдаст.
теперь все круги потаскаю. Ой, ой, ой. Ох, как он его трепет. Слушай, как бы он наш бассейн так не потрепал. Ох ты. Ну, тебя не видно. Ой, какой хороший мяч. Ох ты, какой мяч хороший. Вот так. Башка не оторвется у тебя? Что ты с ним делаешь? Дурачок. Вот это да. Вот это тебе игрушку. Хотели Василисе игрушку, а получилось Ричку. Ну, всем же надо играть. Всем деткам по игрушке, да? Молодец, молодец. Вот когда фонтанчик мы доделаем, вот так будет смотреться. Здесь будет фонтанчик, вот прудик. И вот так вот в юночке. И вот здесь вот мостик будет туда под навес. То потом будет мангальная зона еще. Ну, в общем, вот так вот благоустраиваем второй сезон. Ну, где-то у нас по срокам примерно рассчитано, ну, года на 4. Ну, и по средствам тоже. Для мангальной зоны там железо надо, там, в общем-то, будет это, дороговато выйдет. Вот тут на крышу куплено, вот, то есть на беседке будет крыша, уже стройматериалы куплены, вот. Будут у Тимура выходные, и он доделает. Здесь вот уже в юночке, вот, видите, ипомея вот уже распустилась. А здесь фасоль декоративная. И вот клематис бедненький. Ему так было плохо, а тут холодно, дожди. И вот он пошел, распустился. Но потом здесь будет клематис. Это вьюный пока клематис маленький. А потом, когда разрастется, то вот это для него будет стойка. Здесь Тимур все закрепил вот на таких толстых больших уголках, вбил их в землю, чтобы стойка крепко держалась. Еще нужно будет вот эти короба покрасить белой красочкой, грядочки. Ну, в общем, постепенно все сделаем. И горшки вот купила я 2 коричневых, надо было 2 белых. Знаете, почему белые не взяла? Потому что, смотрите, поливаешь или дождь идет, видите, белые, они грязные становятся. Вот. На коричневых не так видно грязь, но тоже нужно что-то придумать, чтобы были или белые кашпо, но это потом мы задекорируем. Хотя, в принципе, и коричневые нормально смотрятся, но все-таки хотелось бы беленькое. Там вот белая лавочка из старинной тумбочки сделана. Ну, потом как-нибудь задекорируем вот эти 2 горшка, придумаем для них что-нибудь беленькое. Вот так будет с этой стороны. Здесь будет мостик туда, вот в ту зону, в садик наш японский, к прудику. Ну, в общем, вот так сейчас Тимур прикручивает. Вот, видите, уже более-менее смотрится как садик, не просто дача. Ну, конечно, еще много недоделок. Вы сейчас смотрите все в процессе благоустройства участка. Так, ну и посмотрим сейчас вот отсюда. Здесь вот мы поэтому делали вот эти белые кашпо, белые столбы. Ну и здесь потом будет мангальная зона в середине. Ну, в общем, вот так, когда сидим мы под навесом, вот так будет смотреться. Ну, это пока нам для стройки нужно. Здесь мы доски раскладываем. Тимур их отпиливает. На стол ставит вот этот станок, как я вам показывала, который рейки режет. Поэтому пока это все нужное. Да, я вам уже говорила, что тандыр мы будем обновлять. Красочку уже, новый рисунок придуман. И вот здесь вот, где раковина, потом будет нормальная мойка стоять. Уже проложили, Тимур проложил там трубы, и будет все это в сливную яму. То есть раковина будет действующая. Водопровода, конечно, здесь нету, но... Хотя бы, ну, мы помои вот так не разливаем по огороду. У нас либо туалет вон, сортир. А сейчас вот эта раковина. И вода уходит в сливную яму. Ну все, вот такой был обзорчик. Правда, после дождя немножко грязненько. Ну, огородники понимают прекрасно все это. Всем спасибо за просмотр. С вами были Инесса и Тимур. Пока-пока.